Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я всегда только даю информацию, а решение принимаете вы сами. Так, давайте начнем, наверное, пока что с плохих новостей. Ну, они не совсем плохие, как бы итог этих событий, скажем так, хороший, да. У нас кроссовки прекратили выплаты, смарт-контракт опустел. В целом идея была просто великолепная, да. Но, к большому счастью, партнеров там немножко, потому что там было все сложно разобраться, вот, и нужно было побольше вам информации, да. Это очень все хорошо, вот, страховочку, к сожалению, я по нему выделить не могу, так как там нет, не видно, кто партнер, да. Но в целом там немного партнеров, вот, как бы люди уже видели, да, что смарт-контракт падает. Вот, сразу хочу рассказать, идейка была просто великолепная, просто гениальная идейка, можно там было заработать хоть миллион долларов, но виноваты тут были сами люди, да, администратор очень хороший, сказал так и так, смарт-контракт опустел, вот, ну, в целом было неплохо все, да, просто люди все вот поздно там начали выходить, людей тоже можно понять, да, было много сейчас скамов, люди все боятся. Вот, люди все уже такие стали, ничему не верят, никто ничего не развивает, не приглашает, не хочет работать, и все идет по цепочке, да. Так, сейчас у нас что? Сейчас у нас по веб-миссии, сейчас у нас, давайте мы сейчас пробежимся по веб-миссии. Это у нас компания, которая работает 300 дней. Сразу говорю, в этой компании есть риски, как она работает, я не знаю. Возможно, то, что как обычный хайп. Вот, я ее ни в коем случае не рекламирую, не говорю вам, что нужно сюда заносить деньги, что нужно сюда инвестировать. Я ни в коем случае этого не говорю. Вот, это никакая не реклама, это чисто обзор проекта, да, будем так говорить. Я сюда закинул 300 долларов. Почему я сюда закинул 300 долларов? Я вижу тут перспективы, я вижу то, что 300 дней работает, развитие хорошее, как бы. Вот, и я думаю, то, что, ну, закрываться они сейчас не будут в ближайшее время, потому что у них сейчас по новостям, смотрите, по новостям у них еще запуск токена через 2 дня на базе Binance Smart Chain. Дальше у них листинг идет токена на Pancake, да. Как бы, ну, у них есть перспективы. Я так общался вот с администрацией, планируют еще статистика здесь, я не знаю, насколько она правдивая. Вот, но общался я с администрацией, сказали, что как бы еще планируются там разные PDF-файлы, там различные офисы, и возможно тут можно будет очень хорошо заработать. Я пока что зашел на 300 долларов, планирую сюда еще усиливаться, я думаю, что я еще сюда на 1000 долларов зайду. Проценты тут небольшие, но тут я вижу то, что стабильно 300 дней работы, да. 300 дней работы, это вот это меня уже, скажем так, зацепило, да. То, что они готовились 300 дней, поэтому я думаю, что тема эта будет надолго. Опять-таки, это только мое мнение, да. Партнеры, тут у меня очень много партнеров, но все люди спрашивают, вопросы задают. Некоторые говорят, что вот поздно заходить, уже 300 дней. Как я рассказывал мой прошлый ролик, то, что это был такой партизанский режим. Дальше по подготовке у меня спрашивают, почему там нет офисов и так далее. Будем все смотреть, да. Партнеры сейчас все задают вопросы, спрашивают. Но я вам сейчас точный ответ как бы дать не могу, да. Я вижу, как бы, ну, неплохой, на мой взгляд, проект неплохой, да. Как бы все, как бы неплохо, да. 300 дней, как бы, хорошая была работа, и поэтому думаю, то, что как бы перспективы есть, да. В общем, посмотрим. На днях я еще сюда планирую закинуть 1000 долларов, думаю. Возможно, вот, не хочу заранее ничего говорить. Так, и давайте попробуем проверим на платежеспособность. Запрос на выплату успешно отправлен. Так, если ваша выплата попала в ожидание, то ожидайте до 24 часов. Вот это мне нравится. То есть, ну, бывают разные сбои там в системах и так далее. Выплата иногда может попасть в ручник. То есть, тут сразу предупредили, чтобы люди не пугались. Да, так, ну что у нас? Статус у нас выполнен. Отлично, денежки пришли на наш кошелечек USDT-шку, да? Так, у нас сейчас 26 долларов, видим. Давайте мы сейчас посмотрим, как... О, вот они пришли. Уже у нас 45 баксов. Так, все. Заходить или нет, я говорю, решение только за вами. Но на перспективу, я считаю, для портфеля неплохой проект.
неплохое. Сколько будет работать, никто не знает, мы тут не пророки. Вот, по моим мнениям, я думаю, то, что год, возможно, она будет работать, да, потому что уже 300 дней как бы партизанили, может даже год, может 2 года, никто этого не знает, а может быть и меньше, да, очень бы, конечно, этого не хотелось бы, да, мне как блогеру, мне как, потому что я тут тоже строю структуру, я тоже все-таки надеюсь, тут какие-то перспективы, вот, мне бы этого очень не хотелось, да. Так, друзья, я всегда все говорю по-честному, все всегда говорю как есть. Вот, побольше желаю вам профита, очень, кстати, хорошо, прям как-то повезло, то, что партнеры долго тут спрашивали, присматривались у меня в личке, то, что не зашли и не потеряли денежки. Конечно, потери были небольшие там, но все равно это было бы неприятно, да, это очень хорошо, потому что я дорожу в первую очередь своей репутацией, вот, а все остальное как бы нарабатывается, да, не самое главное сейчас у нас денежки. Так, ну что, друзья, как бы все по проекту есть, никогда не забывайте о рисках, побольше вам профита, ну и до новых встреч.